Приветствуем вас на канале «Стройгарант Анапа». Наконец-то свершилось. Мы с удовольствием представляем сегодня наш новый проект, который называется «Гармония». Немного предыстории. И, собственно, почему проект получил такое название. Мы действительно слышим своих клиентов. Когда люди обращаются к нам с вопросом приобретения жилья на юге, очень часто возникает такая ситуация, что хочется переехать двумя поколениями семьи. Дети не готовы оставить стареющих родителей и уехать за 2000 километров. Переезжать нужно вместе, но при этом жить под одной крышей вроде не готовы, потому что у каждого поколения свой уклад и режим жизни, и не хочется конфликтов на бытовой почве. При этом также хочется жить рядом, чтобы старшее поколение все же было под присмотром или можно было оставить внуков с бабушкой и дедушкой. При этом также хочется два отдельных жилья, в идеале два дома рядом, но такой формат семьи не потянут финансово. А так хочется переехать на юг, поближе к морю. И вот мы нашли для вас решение. Представляем вашему вниманию проект, который позволяет жить родственникам под одной крышей и при этом сохранить гармоничные отношения. Смотрите внимательно. В чем особенность данного проекта? Это двухэтажный коттедж, который имеет два отдельных входа. Первый этаж. С крыльца мы попадаем в прихожую, она у нас 4 квадратных метра, достаточно просторная. Получается, что грязная зона у нас отделена от основного помещения. Все микробы с улицы останутся при входе. Обращаем внимание, что в прихожей, санузле и зоне кухни у нас будет теплый пол. Из прихожей мы попадаем в коридор. Далее две спальни по 12 квадратных метров, санузел и шикарная кухня-гостиная почти 24 квадратных метра с выходом на такую же просторную террасу. Планировка второго этажа такая же, как и на первом, но в зеркальном расположении, так как вход находится с другой стороны дома. Также прихожая, коридор, две спальни, санузел и кухня-гостиная, из которой есть выход на балкон. Также в прихожей, санузле и зоне кухни теплый пол. Такое решение позволяет жить рядом, но при этом разделить быт и не превратить из любящих родственников в злобных соседей. Второй вариант для использования проекта – это сдача одного этажа в аренду. Съем жилья на юге пользуется колоссальным спросом. Вы можете сдавать помещение как отдыхающим посуточно, так и на длительный период. Такой бизнес-подход позволит вам обеспечить себе стабильный доход, не выходя из дома. Одним словом, гармония. Удобен этот проект в том случае, если вы собираетесь регулярно принимать гостей, но не хотите, чтобы они нарушали ваши личные границы. Стоимость такого проекта получается меньше, чем если бы вы решили приобрести два отдельных дома. Конечно, существуют одноэтажные проекты с двумя отдельными входами, но за счет того, что у гармонии именно два этажа, мы получаем колоссальную экономию на фундаменте и кровле. Кроме того, такой проект позволяет использовать участок небольшого размера. Затраты на отопление такого дома тоже будут меньше. Впечатлились? Строительство дома по данному проекту возможно в любом из коттеджных поселков «Стройгарант Анапа». Поэтому стоимость уточняйте у менеджеров по телефону, который видите на экране. Либо переходите по ссылке на сайт под описанием. Напоминаем, что проекты нашей компании подходят под любую ипотеку, в том числе по льготную семейную. Кроме того, у нас есть фирменные варианты рассрочки. Также мы постоянно проводим различные акции для наших клиентов. Подробнее также уточняйте у менеджеров. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы публикуем разную полезную информацию, рассказываем о внутренней жизни компании и делимся новостями юга. Ссылка на наш телеграм-канал будет в описании под этим видео. До скорого! Торопитесь, друзья, в «Стройгарант» позвонить. 8 800 222 20 18. Хутор Воскресенский, улица Молодежная, 1Б. Сайт sga23.ru.